Привет, ребята на комбикорме. Русская зима заканчивается, и заканчивать ее будут прыжки в высоту. Мария Лосицкене, ее попытка на 1,85 м. Маша начала чуть раньше, взяла рубеж. Давайте посмотрим следующее. Следующий рубеж. Мария Лосицкене. Ее попытка на 1,91 м. Пока все успешно. Маша единственная из участниц, которая справилась с этой высотой с первой попытки. Мария Качанова, 1,91 м, ее вторая попытка. Третья попытка Маши Качановой взять высоту 1,91 м. Мария Качанова, чемпионка страны. В 2021 году она завоевала титул. К сожалению, Маша заканчивает выступление, не взяв высоту. Очень жаль, было близко. Итак, две участницы остались у нас на следующей высоте, 1,94 м, Кристина Королева и Мария Лосицкене. Кристина Королева, 1,94 м, ее третья попытка. Неплохо было, но, к сожалению, нет. Олимпийская чемпионка Мария Лосицкене. Третья попытка на высоте 1,94 м. Маша совершает эту попытку уже в ранге победителя. 1,96 м является бонусной высотой к призовым в прыжках в высоту у женщин. Итак, 194, третья попытка. Нет. Поздравляем Машу с выигранным турниром. К сожалению, Маша на чемпионате России выступать не будет. Всем здоровья, берегите себя.